совершенно новая интересная вещь. Мы находимся, это ярмарка четырех видов растений, которые делает комитет Рабаним, которые хотят, чтобы достаточно дешевый товар с гарантированным качеством был на рынке. Вот сейчас мы, так сказать, здесь пытаемся вам показать пример, того, что такое лулав. Да? Вот у нас есть лулав. Мы проверяем его. Вот мы раскрываем. Я нахожу средний листочек. Смотрите, вот средний листочек. Вот. И вот здесь, сейчас я вам разверну его. Смотрите, да? Вот здесь вот мы видим, что у этого среднего листочка, у него верхний листочек заканчивается чуть-чуть выше, чем нижний. Вот вопрос. Это кошер или это посвил? Да? Вот сейчас вот можно пойти. Здесь огромная очередь к раввинам. Они посадили здесь раввинов. Огромная очередь к раввинам, чтобы сказать, кошер или посвил. Но я вам говорю, что это кошер ле меадрин. Потому что, несмотря на то, что они заканчиваются не на одном уровне, все равно видно, что если смотреть с этой стороны, видно, что они оба целых листочка. Значит, это не обломлен, он не отломленный. Поэтому этот лулав имеет кошер ле меадрин, можно его брать, очень хороший лулав. Давайте посмотрим еще вариант, который нам предлагает этот вот любезный продавец, который согласился с нами показать еще один вариант лулава. Шлома, хотим показать. Вот здесь, например, тоже хороший, очень закрытый верхний лист, очень хороший, но немножечко он сухой наверху. Вот смотрите, Довид, ты видишь? Вот он немножко сухой, этот лист. Наверху чуть-чуть суховат, хотя тоже закрыт прекрасно. Но вот этот лулав, он не такой жирненький. То есть, если взять его, хотелось бы, чтобы был толстый такой, зеленый, чтобы было, когда ты берешь, это чувствуешь такое в руках сильно. Давайте еще. И теперь вот этот вот вариант. А вот у него очень интересно, у него сверху он немножко раскрыт. О! Вот это классический вариант. Сверху раскрытый внешний лист. И он на самом деле, если его подклеить, он будет кошер ле меадрин. Кошер в превосходной степени. Вот так он просто кошер. И Хайе Адам говорит, что такой лучше не брать. А в принципе мы говорим, что если его заклеить, вот этот верхний лист, его просто можно подклеить клеем, и он абсолютно целый будет кошер ле меадрин. Вот это по поводу лулава. Спасибо. Теперь мы покажем, как выбирать адасим. Значит, вот у нас есть веточка мирта, адас. И вот мы смотрим, вот здесь вот этот трилистник на этом уровне. Листики растут на одном уровне или нет? Вот здесь мы видим, что нет. Вот этот листик, он ниже. Значит, уже этот трилистничек мы его не берем, и мы идем выше. Вот здесь мы видим эти три листа, вот этих, они прям видно, что они растут на одном уровне. Беседер, кошер. Дальше поднимаемся опять. Проверяем каждый три листичек, они вместе или раздельно. Если провести вот так вот, смотрите, вот так вот. Если на одном уровне они встречаются, это кошер. Это хорошо. Теперь, если мы берем, мы должны измерить, здесь вот нету линеечки, но измерить, чтобы таких трилистников было 30 сантиметров, это изначальный вариант. 24 сантиметра тоже изначальный вариант, но не самый-самый лучший. Хороший, кошер на лихатхила, для брохи, для взрослого человека, но лучше всего это 30, потом 24, и 15 это прожиточный минимум, так называемый. 15 трилистничков, один за другим. Спасибо большое. Три таких веточки у вас сейчас должны. Мы посмотрим, то вот здесь нам предоставили три трога для того, чтобы продемонстрировать нашим зрителям. Посмотрите, вот этот трог, в принципе, неплохой. Но даже есть поясок такой. Если я на него смотрю, черных точек белых сверху не вижу, уже хорошо. Начинаю проверять дальше. Так, просмотрел, раз, два, три, четыре. В принципе, уже можно сказать, что он кошер, и можно его взять. Да, ничего такого в нем особенно хорошего нет, плохого тоже ничего нет. Такой средний, минимальный уровень. Не знаю, сколько здесь стоит. Давайте посмотрим, какие есть еще варианты. Есть еще вариант. Вот этот трог. В нем такая складочка, да? Эта складочка
смотрите, вот она портит, конечно, это не очень красиво, но нельзя сказать, что это проблема закона. Это просто уменьшает в красоте. Если мы вот так вот смотрим на этот этро, есть какая-то темная точка, я ее снял, видите, пальцем просто, это просто была пыль. Сверху какое-то такое белое пятно, но это остаток от листья. От листика это беседа, это кошер. Тоже такой как бы простенький трог, прямо скажем. То есть сразу видно, что здесь как бы это комитетная распродажа. Такого, что-то особенно бомба-товар здесь не подается. Так мне кажется. Ну не знаю. Сюда вернем. Давайте посмотрим еще один вариант. Специально для нас. Третий вариант. Посмотрим. Я специально не проверял до того, как вы меня начали. Меня начали списать. Специально. Вот я вот раскрываю этот трог. Вот как я на него реагирую, да? Оп, смотрите, какая красота. Вот это да. Я серьезно говорю, ничего не подстроено у нас в кадре. Все абсолютно естественно. Вот это красивый трог, у него есть такая форма настоящая, троговая. Почему его... Здесь какая-то вот коричневая точечка. Мне кажется, она абсолютно кошер. Мне кажется, нет никаких проблем с ней, с этой коричневой точки. Но может быть из-за этого его вернули в коробку. Раз он был из коробки, вот он сначала вот так вот лежал в коробке. Написано, что Рава Зрея Ойербах, один из великих раввинов поколения, и под его руководством это проверили. А сейчас мы смотрим, что коробку вернули. То есть это значит, что кому-то, покупателю, она не понравилась. Наверное, из-за этой точки, потому что других проблем, в принципе, я у него не вижу. Очень хороший трог. Красивый, с настоящей формой троговой. Единственное, нет у него этой розочки, да, но она абсолютно не обязательна. Вот эта вот коричневая одна точка, она спустила его в цене, его из-за этого вернули. Вот так вот. Но и трог очень симпатичный. Спасибо большое. Здравствуйте еще раз. Мы в одном месте, там специально подобраны самые лучшие варианты. Алиф-Алиф. То, что называется превосходная степень выполнения заповедей. А здесь минимум написано кашер лебраха. То есть это достаточно для благословления. И вот это здесь покупают для детей. Для ребенка можно купить, тебе дают сет. Можно купить все, что угодно. Вот здесь вот так оно сделано. Здесь, там, для взрослых самое лучшее, здесь для детей кошерный минимум. Смотрите, спасибо. Прожиточный минимум, что называется. Вот такой трог. Форма у него неплохая. Но он весь зеленый, да? Не желтый. Пятен, я вижу белые пятна, на самом деле это пыль. Он так чистенький, в принципе. Вот вы видите, вот эти здесь пятнышки все, это все следы от листьев. Здесь тоже следы от листьев. То есть он уровня, его дают для детей. Но в принципе, я думаю, что 100 лет назад в России его брали самые большие рабаним. Потому что когда, для того, чтобы доехать до России нормальный трог хорошего качества, это было целое дело. О, смотрите, вот еще для ребенка. Смотрите, ну это здесь питом. Смотрите, здесь питом, который отлетел. Вот тут на самом деле сложный вопрос. Вот здесь явно питом, то есть здесь была такая розочка, и она явно отлетела. Вопрос, она отлетела, так сказать, с кусочком этрога или только она одна? Это всегда сложный вопрос. Поэтому в кошер его положили, потому что у него форма очень хорошая, он весь чистый. Но его положили в прожиточный минимум, потому что вот этот вопрос, он на самом деле серьезный вопрос. Тут кто-то из раввинов, кто это проверял, взял на себя смелое решение сказать, что здесь упало только кусочек деревяшечки, вот этой вот, который является концом цветка, не забрав с собой вообще ни кусочка этрога. Это смелое решение, и поэтому за счет смелого решения он лежит в простых этрогах, хотя по форме и по чистоте он идеальный. Вот так вот, интересный на самом деле вариант. Проверяют себе, сидят, проверяют, показывают нам, они проверяют, получили свой товар, и вот они сидят, проверяют, какие есть. Здесь несколько столов, каждый из покупателей может проверить. Видите, там пара, люди встречаются, совершенно к нам уже подходили, совершенно незнакомые люди подходят, начинают тебя спрашивать. Вот тот вот российский мальчик, вот этот мужчина, который помогал ему сейчас. Видите, они обсуждают, разбираются. Такое братство, на самом деле, еврейское. Вот здесь вот.
А вот там, если вы посмотрите, вот здесь вот это очередь к раввину. Это очередь к раввину, чтобы получить консультацию, насколько хороший товар вы получили. То есть, если вы пришли без друга, который разбирается, и не разбираетесь сами, что для того, чтобы получить аккредитацию, для того, чтобы получить полное подтверждение, что вы получили, нужно спросить у раввина. И вот там, видите, мужчина наверху объявляет номера, и каждый номерок подходит, получает консультацию по поводу своих трех видов растений, потому что иву еще не продают. И вот так вот это идет. Видите, какая очередь? Никто не дерется, никто не спорит. Все очень культурно. Спасибо.